турецкий сериал 2018 года «Разбитые зеркала». Как и любят турецкие зрители, это драматическая история о нелегкой женской судьбе. В главных ролях молодая девушка, желающая достичь успеха любой ценой. Как оказалось, плата за успех слишком высока. Нужно пойти против воли родных людей, не получая поддержки. В связи с этим общение между родными и близкими людьми прервалось. Когда пройдет много времени и получена слава будет греть душу, девушке нужно идти дальше, достигая больших высот, но это оказалось не так просто. Ведь настает время расплаты за грехи, содеянные ранее. С высоты опустившись на самое дно, она опустошена. Все, кто когда-то, казалось, поддерживали ее, отреклись. Девушка осталась одна, работая на унизительной работе, без друзей, без родных. И вот на ее пути повстречалась такая же совсем юная девушка, мечтающая стать известной. Как поступит незнакомка? Поможет сделать правильный выбор? Остаться самой собой или же в бездну с головой? Главные роли исполняли Берг Джанкат, Алмилы Адо, Пинар Денис, Хатиджи Аслан.